Все мы, кто лежит в палате, покупали разными способами. Кто-то покупал через интернет, кто-то покупал у распространителей, так называемых, уже налаженных своих знакомых. Кто-то покупал и через крупные торговые сети. Одна из этих сетей, достаточно таки крупная, всероссийская, другой магазин, достаточно такой распространенный, обширный в городе Красноярск и Красноярском крае.